Медиагруппа «Авангард» представляет. Владимир, очень приятно вас видеть в здравии на нашем офлайн-мероприятии, которых в последнее время все меньше и меньше. Владимир, вот многих участников нашего форума интересуют какие-то интересные инциденты, которые происходят в период удаленки, и как СОК ваш на это реагирует. Вы знаете, удаленка не то чтобы изменила жизнь, добавила несколько нюансов, происходящие в ней. Конечно, сильно развивается фишинговый вектор. Люди все испуганы, люди боятся, поэтому письма, касающиеся вакцин, новых требований Роспотребнадзора, фишинговые заходят идеально, с очень высоким процентом открытия. С другой стороны, уходя на удаленку, компании были вынуждены обнажить свой периметр. Кто-то сделал это квалифицированно и качественно, кто-то подошел к процессу более халатно. Ну и уязвимые сервера на периметре, сервера RDP, слабые пароли, вот все классические проблемы удаленного доступа вскрылись практически по всей стране. Ну и, конечно, с третьей стороны, это не связано прямо с удаленкой, но мы видим большое развитие технологий профессиональных атак от кибернаемников и группировок, работающих в интересах иностранных государств. И здесь очень сильное развитие получила технология supply chain, когда на старте взламывается подрядчик за счет того, что инфраструктура менее защищена, и после этого происходит атака на компанию. Но вообще, позволь немножко прорекламировать, сейчас будет секция про атаки и тренды. Там мой коллега, мой сотрудник Игорь Залевский, начальник нашего отдела расследования, расскажет про последние кейсы. Если вы увидите это до того, как секция начнется, заходите, будет интересно. Может, один небольшой инсайт, как все-таки можно защититься? Не от всего, но хотя бы один небольшой кейс. Наверное, мы живем последние годы в парадигме, что защититься на самом деле невозможно. Рано или поздно злоумышленник найдет способ пройти через периметр, рано или поздно он окажется внутри организации. Поэтому важно вовремя его увидеть и соответственно прореагировать. Именно поэтому тематика мониторинга и реагирования, тематика управления безопасностью, тематика СОКов, наверное, получает такое активное развитие, ну, в том числе даже в офлайне, собирая аудиторию данного форума.